В Казанском федеральном университете прошел день оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие организовано юридической клиникой КФУ. Участниками выступили структурные подразделения университета: научно-образовательный центр по защите интеллектуальных прав, научно-образовательный центр прав человека, международного права и проблем интеграции, центр медиации, психологическая клиника, а также представители Конституционного суда и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан. Юридическую помощь клиентам оказывают не только сотрудники, но и студенты юридического факультета Казанского федерального университета. Участие именно в работе юридической клиники позволяет выработать навыки, приобрести ряд компетенций, в частности, умение общаться с клиентами, умение интервьюировать. Происходит, скажем так, у клиентов выработка позиции. Клиника Казанского федерального университета оказывает помощь по всем юридическим направлениям. По большей части к специалистам обращаются по бытовым вопросам. Это очень полезно, потому что не все граждане могут получить квалифицированную помощь юриста на возмездной основе. А здесь как раз и всесторонняя помощь, и мы помогаем определиться гражданам вообще, нужно обращаться в суд, не нужно, а в случае обращения составить все необходимые процессуальные документы. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.